еще более не 35 минут угловых между ними, а вообще они рядышком были совсем. Можно посмотреть на этом же канале, ну то есть не знаю, где вы это смотрите, видео. Можете делать с ним что хотите, размещать где угодно, не надо на меня ссылаться, но если кто-то хочет посмотреть сближение, снятое этим же фотоаппаратом до 22 декабря, это YouTube канал Максим Костенко, там найдете за 22 число, там 7 дублей, по-моему. О, а это кратер Платон. Ну, тяжело навестись, когда она за облаками. Резкость поймать, когда она откровенная облачность. Ну, даже через облака неплохо видно. Смотри, какое мистическое зрелище. Ага. Разве не красота? Какие кто рисунки видит? Пареидолия, да, это, по-моему, называется. Способность человека в хаотичных образах рассмотреть нечто привычное. Лица, предметы знакомые. Да, Альдебарана нет. Ну, кстати, там сейчас, по-моему, будет чистое небо. Подождем. И снимем отдельно луну. декабря 2020 года, Харьков. 16:29. Отдельное спасибо собачкам, что не лаяли.